и пел галантный контрабас. В камерном зале театра «Астана Опера» прошел инструментальный вечер, где слушателям представили уникальный тембр и широкие возможности этого музыкального инструмента. Самый низкий по звучанию струнный инструмент выступил в качестве сольного, а это бывает весьма нечасто. На вечере прозвучали произведения Джованни Баттезини, Франко Прота, Руджера Ленкавалла, Мануэля Пансе и, конечно, классика казахской музыки – композиции Газизы Жубановой. Свое исполнительское мастерство продемонстрировали оркестр «Астана Опера» и гость концерта, лауреат международных конкурсов Алмаз Байгожин. Будет произведение Джованни Баттезини, великий контрабасовый исполнитель, виртуоз 18 века. Он сочинил для контрабаса дуэт со скрипкой, с оркестром. Это произведение показывает возможности контрабаса в таком уровне, что может даже соперничать со скрипкой.